Добрый вечер, как меня видно, слышно. Очень приятно, конечно, когда твой труд ценится. Это, конечно, чем мне нравится сетевой маркетинг, что действительно мы одна команда, как говорится, и в горе, и в радости. И все дружненько, все вместе, это, конечно, здорово. Такого больше нигде нет, кроме как у нас в сетевом. Итак, плавно продолжаем дальше. Закончился у нас каталог 15-й. Закончился, в принципе, уже веселее гораздо, чем предыдущие были. Ну, мы еще коснемся немножко этой темы. И сейчас у нас начался 16-й каталог, двухнедельный. Что же интересного и характерного ждет нас в ближайшее время? Ну, тоже я от себя хотела бы поздравить свою дорогую, любимую структуру. Прежде всего, конечно, в лице моих партнеров, лидеров, которые помогают. Это Оксана наша, директор Октябрьский район, Едкульский район. Сергеева Татьяна, старший вице-директор Чесменский район. Это у нас Криворчук Ирина, старший вице-директор Октябрьский район. Пшеничная Алена, вице-директор город Троицк. Подлисецкая Ирина, лидер Чесменский район. Васильева Галина, Курганская область, Целинный район. Казанцева Ирина, лидер Едкульский район. Это лидеры, которые держат уже структуры с объемами. У кого-то, конечно, они уже хорошие такие, у кого-то поменьше, кто-то только в начале пути. Это здорово, каждый придет, было бы желание, но достичь можно очень даже многого. Тем более, что у нас сейчас впереди очень интересное время наступает, но об этом чуточку попозже. Ну и немножечко об общих итогах. Почему я говорю, что период был довольно-таки неплохой по сравнению с прошлым каталогом? Вот у меня там внук резвится, наверное, аж даже вам слышно. По сравнению с прошлым каталогом, когда мы закрыли 6158 баллов всей структурой, в этом периоде, в 15-м, у нас получилось 7622 балла. На 1500 это, конечно, существенно. У нас было приглашено всей структурой 29 новых консультантов, 18 из них сделали заказ. Вот это, конечно, маловато. Показатель верхний мог бы быть гораздо больше, если бы мы здесь сработали получше. Тем более, что у нас еще действует программа «Сезон рекордов». Девочки, у меня получилось 5 новых консультантов, 1500 компания на счет зачислила. Так приятно. Просто вот за то, что 5 человек пригласила, и они сделали заказы. Пригласила-то, конечно, больше, 5 заказов сделали. Ну, конечно, это круто. Ну и по структурам. Как я говорю, у меня в структуре 3 директора. Один настоящий директор уже, Оксана, молодец, 3000 баллов, планку держим. Сейчас главное не падать, и только выше и выше. Два, в принципе, Ирина, это получается Оксанин уже вице-директор. Татьяна Хакимовна, старший вице-директор, еще один директор в моей структуре. И Пшеничная Алена, просто вице-директор. Вот это люди, которые держат структуры с самыми большими объемами. Конечно, благодарность всем. Действительно, и Галина молодец, Васильева 600 баллов сделала наконец-то. И Ирина Казанцева тоже выросла в объемах. Ирина Подлисецкая стабильно держит планочку 300 баллов. Конечно, надо уже начинать набирать, потому что наступает наше время, наступает время продаж, Новый год приближается, сетевики любят это время. Ну, а также в структуре Пшеничной Алены два лидера есть, которые держат структуры, 310 баллов, 400 баллов, то есть это наша опора, скажем так, и большая всем благодарность. Идем дальше. Что же ждет нас в 16-м каталоге? Ну, прежде всего, сразу скажу, что нас ждет подарок для новичков при регистрации. Это порошок на выбор.
с 23 октября по 5 ноября, регистрируя человек и делая заказ на сумму 1499 рублей в ценах каталога, получает в следующем каталоге на выбор одну из пачек порошка, или универсальную, или для цветного. Также у нас продолжает действовать стартовая программа для новых консультантов. Единственное, что поменялся четвертый шаг. Вместо Airstream, кислородного набора, базовый уход за кожей лица, призовой сейчас Oxyology. Новая шикарная косметика идет призом в четвертом шаге для тех, кто идет по стартовой программе. Ну и накопительная программа Faberlic Club, наш замечательный Faberlic Club, который позволяет, делая регулярно заказы, получать совершенно бесплатно, ну можно сказать за рубль, практически все, что хочешь. Можно взять и кремы любые, и парфюмы, и бижутерию Флоранж, которая очень дорогая. По акции Faberlic Club можно это все взять за рубль, накопив определенную сумму бонус-баллов. Все вы знаете про эту систему. Если кто-то не знает, информация есть на сайте. Ну и набор пробников для знакомства. Девочки, кто приглашает новых консультантов, рекомендуйте всем покупать пробники. Компания проводила соцопрос. И пришла к выводу, что люди, которые приобрели для себя, новенькие консультанты, приобрели набор пробников, они потом уже делают заказы чаще и объем больше, потому что попробовали. Все-таки не зря компания это придумала. Что нас еще мотивирует в этом каталоге? У нас продолжается до 5 ноября, как раз вот еще период этого каталога, конкурс 3D Faberlic. Девочки, скажите, кто включился в этот конкурс и отправил хотя бы один скрин? Есть такие? Я вчера 3 скрина сделала с грехом пополам, но еще не отправила. Но отправлю. Надо же поучаствовать-то, вдруг что-нибудь выиграю. В чате сижу, девчонки пишут, многие выигрывают. Поэтому не ленитесь, у кого телефоны позволяют, делайте скрины, отправляйте. Если кто-то не знает, как отправить, ну, в принципе, сейчас информации тоже очень много. Все просто. Скачиваете в телефоне 3D Faberlic приложение, делаете, сканируете каталог любимого продукта и делаете скриншот. Этот скриншот размещаете в соцсетях, любых, чем больше, тем лучше. А потом из этих соцсетей ссылочку берете, и у вас в личном кабинете вверху есть схемка этой акции, значок этой акции. Заходите туда, регистрируетесь как участник, размещаете ссылочку с этого скриншота, с этого поста, который вы разместили, и участвуете в акции. Во-первых, вам приходит, если вы побеждаете, каждую неделю, ну, 2 недели сейчас у нас осталось, 2 недели еще можно участвовать. Каждую неделю подводятся итоги, вам пришлют ваш любимый продукт, на который делали скриншот. Так что делайте на что-нибудь существенное. Вот, и потом еще будет разыгрываться айфоны. Так что надо поучаствовать. Сезон рекордов продолжается до 26 ноября. У нас еще есть 2 каталога, чтобы успеть поучаствовать и получить деньги от компании. Я, по-моему, здесь, да. Вот он, наш сезон рекордов. Небольшие, несложные условия. Надо делать лично 25 баллов в течение вот этих периодов, вплоть до еще 2 периода. И помогать новичкам приглашать новичков и помогать им пройти первый шаг. И вы будете получать деньги. Я вот за 5 человек 1500 получила в этом каталоге. Конечно, прибавка существенная. 2 заказа практически у меня оплатились. Немножко осталось доплатить. Ну, здорово же, здорово. Поэтому, и причем такой нюанс, рекомендуйте новичкам своим делать то же самое. Новички начинают приглашать. У меня несколько человек таких,
по два человека пригласили, одна девочка трех человек пригласила, а сама сделала 9 баллов всего. Поэтому надо, чтобы они условия соблюдали. Ну что, с трех человек 750 рублей бы она получила, разве ж плохо? Очень хорошая такая акция, есть еще целых два периода, так что, девчонки, успеваем. Расскажи про кислород. До конца этого периода продолжается акция «Кто больше продаст продукции Oxiology» и получает в приз подарок 10 тысяч. Ну, многого говорят уже нет, потому что, скорее всего, очень много людей включились в эту акцию и разобрали у нас весь Oxiology. Вот. И последняя акция, которая нас ждет, распродажа Flourange. До 70% скидки. Скидки действительно хорошие. Каталог в электронном виде можно посмотреть сейчас на сайте. Он такой беленький, с золотым там написано. Распродажа Flourange, зимний каталог. Действительно хорошие цены. Ну, если мы знаем, что белье Flourange от 1500 и дороже, то там у них каталожная цена всего 999 рублей. Самый дорогой бюстгальтер. Бюстгальтера, ну, мы знаем, какие во Flourange, какое белье шикарное. Поэтому приглядывайте уже заранее и 30 октября сразу же пробивайте, выбивайте шикарное белье. Единственный нюанс, что так как это распродажа, возврату эти вещи не подлежат, аккуратнее с размерами. Лучше лишний раз измерить себя, чтобы действительно заказать и проконсультироваться, потому что балконеты все маломерят, на косточках, в принципе, идут размер в размер, пушапы тоже маломерят. Вот поэтому аккуратнее. Ну, а так-то у них, в принципе, стандартные. Можно даже, если кто-то выписывал, все равно знают, какие маломерят, какие идут размер в размер белье. Итак, нашла вот такой вот слайд интересный. Здесь стартовая программа для новых консультантов до конца года. Я решила вам показать, что у нас будет в подарок новичкам до конца года. Вот сейчас у нас порошки идут. В следующем 17-м каталоге, видели уже, наверное, там снова. Какой красивый 17-й каталог. Кто уже смотрел? Смотрели 17-й каталог? Красивые вещи от Юдашкина, вообще сказочные, конечно. Ой, ну, опять-таки, очень красивые, только куда-то сходить на бал. Такие все прям вот новогодние-новогодние, бальные-бальные. Вот. И в подарок при регистрации будет 3 парфюма от Юдашкина на выбор. Новый появится аромат, мужской. Кстати, очень вкусный, стильный, я его попробовала. Аромат, конечно, шикарный. В 18-м каталоге будет новая помада и косметичка, тоже из коллекции Юдашкина. И в 19-м периоде будет универсальное средство и еще что-то. Вот это что-то пока под секретом. Чтобы у нас увеличить товарооборот, у нас у всех есть желтенькие. Чтобы наших желтеньких разбудить, в этом каталоге при заказе на 1249 рублей в ценах каталога в подарок средство для мытья посуды с алоэ вера для чувствительной кожи и новиночка антинакипин. Средство от накипи в чайниках. Вот, так что можете порекомендовать вашим желтеньким получить средство от накипи. Итак, не забываем про нашу акцию, рассказываем новым консультантам. Девочки, кому приходят вот эти купоны, меня многие спрашивают, а куда их девать? Их раздавать людям, раздавать вашим клиентам и говорить, я тебе от всей души дарю вот этот купон, и ты можешь за 50% вот из того-то, из того-то, из того-то сделать заказ. За 50%, конечно же, кто-нибудь да захочет что-нибудь, и у вас будет больше заказов. Поэтому собирайте, не выкидывайте, а раздавайте людям, и у вас будет больше заказов. Не забывайте, что можно ими воспользоваться, но воспользоваться можно только на те вещи, на которые на данный момент в каталоге нет скидок. Если в каталоге скидка, то этот купон
просто невыгоден получается. Скидка идет от черной цены на любую парфюмерно-косметическую продукцию и средства для дома, кроме порошка. Ну и по традиции сюда не входит одежда, обувь, сидушки, подушки. Еще одна приятная акция этого каталога, новиночка следующего каталога, она называется Belle Ange. Какой-то такой легкий-легкий свежий зимний морозный аромат, очень вкусный, он у нас в молодежной серии, а в той серии плохих ароматов еще не было. Можно при покупке двух получить третий в подарок. Давненько не было такой акции. Пользуйтесь моментом. Что заказывать вообще в этом каталоге? Ну, конечно, хотелось бы попробовать зимнюю одежду из новой коллекции, но она у нас будет только со 2 ноября. В принципе, есть одежда из старых коллекций, можно что-то посмотреть. Дождемся 2 ноября. Закажем, надеюсь, новую коллекцию. Но мне очень понравилась новиночка из серии Beauty Cafe. У нас появилась новая серия «Французское лакомство» с очень вкусным ароматом. Я у себя на пункте выдачи объявила акцию «Собери набор». За каждые 25 баллов заказа в этом каталоге человек получает от меня в подарок от пункта выдачи вот такой вот один флакончик из новой серии. Или французское лакомство, или из вот этой вот серии мужской. Тоже новиночка, тоже очень вкусная такая, классная. Мне она очень понравилась, шикарный аромат. На основе ледниковой воды с добавлением витаминов, минералов. Очень интересная серия мужская, полная такая и очень хорошая. Вот, поэтому за каждые 25 баллов. Так что, девочки, если кто держит пункты выдачи, можете тоже такую акцию объявить. Все-таки каталог двухнедельный, надо как-то объемы делать. Бонусы за покупки. Я решила отдельно выделить и показать, что у нас идет бонусами за покупки на 2 шаге. Очень выгодно сейчас приобретать краску. Рассказывайте всем своим клиентам, что у нас краска без аммиака Faberlic 99 рублей по каталогу. Конечно, вряд ли кто откажется от такой краски. Единственное, что я думаю, ее быстро-быстро расхватают. Поэтому успевайте. Также по 79 рублей полностью вся серия шампуней Арктика. Очень хорошие шампуни по такой цене. Тоже, я думаю, ваши клиенты не откажутся от такой покупочки. По 49 рублей коктейли. Завтрак, обед, ужин. Очень вкусные, обалденные коктейли. Особенно, кто следит за фигурой. Мне вот они очень нравились. Я когда худела, они очень помогали. Я без них никак. Единственное, что на воде они не очень вкусные, я уже говорила. Я брала 1%, 1.5% кефир или ряженку какую-нибудь, закваску. И разводила в ней. Очень вкусный, полезный продукт получается, и сытный, и низкокалорийный. Что еще надо? Вот. Поэтому тоже 49 рублей по цене каталога, вообще копейки получается. Также бонусом за покупки все блески из серии Beauty Cafe. По традиции у нас бонусом за покупки парфюмчики. В этом каталоге за 119 рублей Festa de Vita. 15 мл маленький сумочный вариант. И за любой аромат с этого разворота всего за 249 рублей переделанные в новом формате любимые ароматы. Здесь и Донна Феличе, и Инкогнито, и Каури, и Променад. Также бонусом за покупки любимые гели для душа всего за 79 рублей. Также средство для ног Этноботаника. Водички принеси тоже. По традиции у нас бонусами за покупки туши на выбор с 60% скидкой. Туши, которые по каталогу за 250, можно взять за 135 рублей. Какие вы хотите,
и с подкручивающим эффектом, и удлиняющие, и объемные. Приобретаем туши, тоже рекомендуем своим клиентам очень хорошую продукцию. Девочки, а кто уже заказал новую магнитную тушь? Оксана-то хитрая, ей в подарок на ассамблее подарили. Оксана, поделись впечатлениями, как тушь, напиши, понравилось? Действительно магнитится. Я тоже себе заказала, но еще не пришло. Также в бонусах у нас попала новиночка, полуматовая помада. Вот она крайняя левая, с черной такой, из серии Secret Story, с черным колпачком. Тоже очень интересная, почему-то сейчас в моде полуматовые помады. Ну и также из серии Skyline у нас сатиновая помада за 169 рублей. Ну и бальзамы для губ, сейчас зима, защищаем кожу губ. По 79 рублей можно взять разные бальзамчики трех видов. И еще хотелось бы сказать о наших мероприятиях. У нас в ближайшее время несколько таких больших мероприятий. 29 октября региональная конференция в городе Екатеринбург. Будет, ну, у каждого в рабочем кабинете пришло приглашение, где написано, кто будет гостями. Гостями будет Рима Корнеева в Екатеринбурге, Александр Рогов, Наталья Ишкинина, директор дивизиона парфюма, будет представлять новый парфюм нам. Будет очень много подарков, будет очень большая, красивая, большой красивый показ одежды трех коллекций. Ну, в общем, это надо видеть. И билетов осталось совсем немножечко. Если кто-то еще соберется, то срочно-срочно нужно добавляться. Места в автобусах еще пока есть. Приглашаю всех. 4 ноября у нас в Троицке будет городское мероприятие. Будем отмечать все вместе день рождения компании, 20-летие. Открою небольшой секрет. Мы уже заказали торт на 6 килограмм, шикарный, красивый, на 20-летие компании. Будет очень интересное мероприятие, были много сюрпризов, поэтому обязательно надо быть. Это будет 4 ноября, выходной, ресторан Степной, как всегда. Вход 200 рублей, не пожалеете. Следующее мероприятие, которое нас ждет, это уже в ноябре. Во-первых, день рождения структуры. И 20 лет в МЛМ отмечают Заварухины. Тоже будет большое, очень красивое мероприятие в Redison Blue. Так что, если кто-то хочет посетить это шикарное мероприятие, пишите заявки. И 18 и 20 ноября приезжают Атласовы Марк и София с обучающими тренингами, очень интересными, трансформация лидера. Как сделать, склеить команду, чтобы она была действительно дружная, мощная, сильная, крепкая, как найти свои цели, как научиться воплощать свои мечты. Многое-многое, то, что волнует каждого сетевика, они раскрывают и помогают действительно делать. Поэтому пишите заявки, кто хочет попасть на это мероприятие. 18 и 20 ноября это все в Челябинске. Я объявляю такую акцию. Кто в моей первой линии сделает, откроет впервые директорский уровень, я дарю путевку за границу. Пока здесь на выбор 4 страны, но так как время еще целый год, а у нас все так непредсказуемо, поэтому со страной будем определяться поближе, там, к осени. Итак, чтобы поехать в одну из стран бесплатно, нужно открыть до третьего периода уровень директора 3000 баллов
и продержать его до 12-го периода 18-го года, не менее 8 периодов. И вы получаете от меня поездку в одну из стран вместе с группой других счастливчиков, которые также, несколько директоров объявили эту акцию, и поедет одна большая дружная группа. Оксана присоединяется к путевке за директора. Все, девочки, слышали? Ирина, Галина, у вас в распоряжении до третьего каталога, до четвертого там, если впритык, и не падать ни разу, до четвертого каталога 3000 баллов делаете. И еще одна акция, которую объявила наш вышестоящий наставник Елена Николаевна, также с 16 периода по 1 период 18 года. Если ты новичок, идешь по стартовой программе, кроме подарков от компании, можешь получать подарки на пункте выдачи. Но это понятно. Если ты наставник и делаешь не менее 50 баллов в период, а также приглашаешь не менее 5 новых консультантов в период с самым большим объемом, можешь выиграть. Будет 3 подарка. Первый подарок – ноутбук. Второй подарок – планшет. И третий подарок – телефон. Смартфон какой-то. Также рейтинги точно такие же, как в компании. Самое большое количество новичков, и будет учитываться сумма, которую сделали эти новички, сумма заказов, сделанная этими новичками. Вот. И для директоров, и для будущих директоров, которые в этом периоде, за эти периоды откроются, нужно делать не менее 100 баллов и приглашать не менее 5 человек лично. А что-то подавилось. Наверное, я телевизор выиграю. Подарок будет телевизор. Вот. У кого самое большое количество в структуре рекрутеров, тех людей, которые приглашают, те находятся в выигрышной позиции. И есть вполне реальные шансы выиграть телевизор от вышестоящего наставника. Вот видите, сколько у нас мотивации, сколько у нас подарков. Так что остается только предлагать, приглашать, предлагать нашу замечательную продукцию, предлагать есть что. У нас и одежда шикарная, и новиночек очень много всяких разных. Поэтому, я говорю, сегодня посмотрела, полистала 17-й каталог, так прям вообще что-то мне так он понравился. Столько всякого разного красивого. Но действительно уже пахнет Новым годом. Все, уже пошел новогодний каталог. Все такое красивое, все такое шикарное. Поэтому, девочки, работаем. Все подарки соберем, все призы получим и вместе поедем в какую-нибудь крутую страну в следующем году отдыхать. Ну, на этом я закончу. Рада была с вами пообщаться. 2 недели нас ждут горячие. Удачи всем нам. Люблю, целую. И самое приятное напоследок, 1 ноября у нас запускается обучающий портал. Но у нас будет большое открытие, я думаю, что всех, конечно же, пригласим. И я очень надеюсь, что открытие портала поможет нам добиться всего, чего мы хотим. Чтобы были у нас побольше регистраций, побольше людей в наши структуры, этому будет способствовать портал. Так что ждем с нетерпением 1 ноября. Ладно, девочки, давайте. Все, не буду больше задерживать, а то уже 40 минут болтаю. Все, люблю, целую, пока. Точно, Ален, все вместе. Большой, крутой командой. Ой, как я этого хочу.